Мы продолжаем. Начались каникулы. Впереди 3 месяца отдыха, а значит, оживятся дворы и дороги. Увеличится количество пешеходов малолетнего возраста и юных велосипедистов. Госавтоинспекторы призывают взрослых участников дорожного движения сделать лето для наших детей безопасным. Тему продолжит сюжет пресс-службы УВД города Бендеры. В преддверии самых длинных каникул госавтоинспекторы посещают школы. Главная цель – перед летним отдыхом напомнить школьникам. У правил дорожного движения каникул не бывают. Переходите проезжую часть только в установленных местах. То есть там, где нарисована зебра, там, где есть светофоры. Если вы боитесь, это не страшно и не стыдно. Попросите рядом стоящего взрослого. Вам никто не откажет. Школьники слушают мудрые наставления милиционера, активно отвечают на вопросы. Во время беседы особое внимание к правилам катания на роликах и велосипедах. Многие дети знают, ездить на двухколесном транспорте и роликах по дороге нельзя. Ты катаешься на велосипеде часто? И где? Летом в основном. Нужно соблюдать аккуратность при езде, и что по дороге можно ехать от 14 лет. В ГАИ поясняют, очень важно, чтобы ребенок не только запомнил, а хорошо понял. Выполнять правила дорожного движения значит обезопасить себя на дороге. Лучший способ обучения – собственный пример безопасного поведения на проезжей части. Не нужно чувствовать опасность, если ты знаешь правила дорожного движения. Нужно посмотреть направо-налево, и если есть светофоры, нужно перейти на зеленый цвет. Я всегда соблюдаю правила дорожного движения. Знаю, что переходить в наушниках дорогу нельзя, и переходить перекрестки без на красный сигнал светофора нельзя, только на разрешающий сигнал. За 4 месяца этого года на дорогах республики в ДТП пострадало 5 детей. Из них в Бендерах 1 ребенок. Ученик 4 класса наспор перебегал дорогу на красный свет, попал под колеса маршрутного такси. Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения не оставаться безучастными к детям на дорогах. Водителям снижать скорость в местах возможного появления несовершеннолетних. Уважаемые автомобилисты, через недельку начнутся школьные летние каникулы. В связи с этим на дорогах города в разы увеличится количество детей. Поэтому госавтоинспекция убедительно просит вас при управлении транспортным средством быть предельно внимательными при проезде каких-либо перекрестков, вместо остановок общественного транспорта, мест, где большое скопление людей. Правила дорожного движения – правила жизни. Знать и выполнять их нужно всегда и везде. А летом – это один из аспектов приятных, а главное – безопасных летних каникул.